Добрый день, я Марина Уилл-Спенсер, президент жюри Golden Times фестиваля, также президент СИД ЮНЕСКО здесь в Лигурии регион по Италии. Хотела пробежаться быстренько по оценкам фестиваля Golden Times арт по живописи, скульптуре и другим видам искусства. По тем, кто мне понравился. Очень много участников, замечательные участники. Надя Карватская поставила 10 гор, мне очень понравились, потому что очень светлая работа, много света, красивая. Настя Якимчук поставила 9. Вино, бокал с вином льется. Очень хорошая тема, интересно, мне кажется, для даже вот коммерческая, то есть для тех, у кого есть бар, ресторан, мне кажется, люди будут покупать такие работы. Дальше, следующее. У Натальи Левицкой очень много интересных работ, особенно осень мне понравилась, я 10 поставила. Следующая работа. Юлия Обозная, 9. Поле с машинами, очень шикарная тема, новая какая-то, мне очень, очень понравилась работа. Далее пошли. Анна Бручевецкая, 10 поставила за первую работу, и за следующую работу 9. Наталья Гартман, даю гран-при за бегемота. Шикарная работа, все мышцы выписаны. Прям вот скульптурная работа, шикарная, мне очень понравилась. Дальше, из тех, кто мне понравился, Юлия Васильева, третья работа, люди, где сидят, тоже гран-при. Можно вот разделить между двумя работами. Следующее, Анастасия Кузякина, зайчик, там такой, вторая работа, кичевая, кич. Очень мне понравилось, в стиле такого дубасарского виноградова, замечательно. Следующее, Петр Машов, у него все 10, все десятки я поставила, все три скульптуры десятки, разные, но очень высокого уровня. Следующее, кто мне понравился, Анастасия Чепурина, последняя работа 9. Вот, спасибо большое, желаю вам успехов, ждем у вас у нас на фестивалях. Спасибо, до свидания.